Привет, друзья! Перед началом видео хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress. Ну и как всегда в конце видео очередной конкурс. Поехали! Для юных исследователей, модель скелета динозавра. Сегодня каждый ребенок знает, задолго до появления человека на Земле планету населяли гигантские позвоночные животные, ужасные и опасные. Модель сделана из пластика, легкой в сборке. Полностью соответствует скелету настоящего динозавра. Длина макета 70 сантиметров. Отличная вещь для изучения палеонтологии. Мини-настольный боулинг. Может подойти для игр детям. Взрослые могут использовать этот игровой набор как антистресс. Ваша цель — одним ловким ударом сбить все кегли, как бы хитро их не расставил соперник. В эту игру интересно играть как одному, так и соревнуясь с соперниками за чемпионское звание короля страйка. Интеллектуальный замок с шифром и отпечатком пальца. Сохраняет до 10 отпечатков. Замок можно использовать для защиты сумок, чемоданов, дверей шкафчиков, ящиков и мини-сейфов. Заряжается от USB. Для работы достаточно одной зарядки, так как потребляет немного энергии. В режиме ожидания может работать до 2 лет. Рассчитано 2500 раз использования. Хирургическая модель — имитация для обучения и зашивания швов. Подходящий подарок для учащихся медицинских учреждений. На модели отображено 14 различных видов порезов и ран. Силиконовый коврик по составу напоминает человеческие мышцы и структуру кожи. Коврик многоразовый и можно использовать несколько раз. Ланчбоксы из нержавеющей стали. В комплект входят несколько емкостей, которые соединяются между собой заклепками и имеют ручку для удобства в ношении. Подойдет для обедов в школу и на работу. Поддерживает температуру пищи. Объем одной емкости 700 мл. Ручная кофемолка в коллекцию домохозяйки, которая любит ароматный напиток. Удобная ручка для перемалывания. Имеет прорезиненную полосу вокруг емкости, чтобы не скользила рука при работе. Кофемолка сделана из нержавеющей стали, что увеличивает срок реализации. Вместимость 20 грамм зерен. Ручной мини-блендер капучинатор. Для взбивания молока, пенки для капучино или яиц. Представляет собой ручной электровенчик с удобной рукояткой для более надежного хвата, из которой торчит длинное жало с пружинкой венчиком на конце. Блендер имеет в комплекте две насадки для различных процедур взбивания. Есть удобная подставка для хранения самого блендера и запасной насадки. Работает от батареек. Веселый брелок со светодиодом, который несет функцию игрушки антистресс. Брелок сделан в виде кнопки компьютерной клавиатуры. Даже имитирует звук клика по клавиатуре. Идеально подходит для пользования людям, у которых нервная работа. А также понравится компьютерным гениям. Игральные пластиковые карточки, светящиеся в темноте. Для фокусников. Подойдут как для взрослых иллюзионистов, так и для начинающих любителей. Тонкие карточки легко крутить в руках наподобие обычных игральных. Панорамная двухлинзовая камера Insta360. Имеет аккумулятор размером 820 мАч. Поддерживает использование карты памяти. Угол обзора 360 градусов. Камера оснащена шестиосевой стабилизацией изображения, возможностью онлайн-стриминга в разрешении 4К и возможностью дистанционного управления посредством Bluetooth. Деревянная шкатулка антистресс с хитрым механизмом. Развлекалка для любой вечеринки. Автоматическая система открытия и закрытия шкатулки рассмешит компанию детей и взрослых. Работает от батареек. Портативные рации с двусторонней связью. Работают на батареях. Максимальная дальность для разговора около 1,5 км. Рации хорошо подойдут для радиосвязи на коротких дистанциях. На рыбалке,
на покатушках на велосипеде, детям во дворе поиграть и так далее. Цена низкая, так что не жалко потерять или случайно сломать. Квадрокоптер с камерой. Подарок как для взрослого, так и для ребенка. Имеет дальность полета 300 метров. Управляется с пульта управления, а также со смартфона. Видеокамера снимает в формате Full HD. Имеет автоматический взлет и возврат. Сейф-копилка. Копилка сделана в виде книжки, поэтому ее можно поставить на полочку среди других, чтобы никто не нашел. Сейф отпирается ключом. В него можно спрятать украшения, хранить монетки и купюры. Подойдет в виде подарка людям любого возраста. Плюшевая собачка-подушка. Ваш ребенок плохо засыпает и ворочается во сне. Замечательная плюшевая собачка-подушка подарит вашему малышу спокойный, глубокий сон. Подушка подарит уют. Плюшевый материал приятен в прикосновениях и для детей, и для взрослых. Можно использовать как дополнение к интерьеру. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или веб-мани кошелька. Условие конкурса: поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Всем удачи, пока!